На этих кадрах две посетительницы магазина одежды на Астраханской выбирают товар. Но это только на первый взгляд. Пока одна подбирает вещи, вторая умело подбирается к рюкзаку. С первой попытки достать кошелек не удается. Но уже через несколько минут неизвестный заходит с другой стороны. И более 9 тысяч рублей банковские карты оказываются в руках опытной карманницы. Обнаружила пропажу денег и посетительница обувного магазина в Ленинском районе Саратова. 28 мая 43-летняя женщина во время примерки оставила без присмотра сумочку на стуле, откуда неизвестная похитила 10 тысяч рублей. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Саратову подозреваемая в кражах была установлена и доставлена в отдел полиции. 44-летней жительнице Энгельса, ранее неоднократно привлекаемой к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, даны признательные показания. Похищенная потратила на личные нужды. Расследование уголовных дел, возбужденных по статье «Кража», продолжается. Чтобы не стать жертвой воров-карманников, следует придерживаться нескольких правил. Не носите ценности в рюкзаке, не кладите деньги или документы в задние карманы. Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута, а в многолюдном месте прижимайте ее к себе. Если вы стали жертвой злоумышленника, незамедлительно обратитесь в полицию.